Добрый день, коллеги, рада вас видеть. Сегодня вебинар необычный для меня, поскольку я психолог по специальности, а залезла немножко в технические проблемы. Но опять-таки понимаю, что я сама этот путь прошла и немножко уже выучила все подводные камушки на этом пути. Тогда почему бы и не поделиться, чтобы в онлайн-пространстве было больше хороших специалистов. Ну давайте сначала проверим звук. Пожалуйста, не пишите плюсики много. Напишите вот несколько плюсиков. Слышно, видно меня, комфортно. Плюсики. Все достаточно, потому что если мы будем перегружать чат, то кого-нибудь из нас отсюда может выкинуть. Благодарю. Благодарю. Все, останавливаемся и начинаем работать. Итак, вы решили перейти в онлайн. Вам очень хочется, и вы понимаете, что сейчас есть такая необходимость работать в онлайн, но вы никогда это не делали, и со стороны все кажется ужасно страшным. На самом деле, когда вы понимаете, что хотите создать онлайн-программу, то вы должны обратить внимание на следующее. Что нужно, чтобы создать вебинар? Нужен, прежде всего, автор, который желает это сделать. То есть с самой личностью автора, с его пониманием о жизни и с его способностями, тоже нужно каким-то образом поработать для того, чтобы вы могли выйти в онлайн-пространство и там чувствовать себя достаточно комфортно. Дальше уже начинаются страшные вещи для нас, женщин, потому что дальше необходимо каким-то образом подключить оборудование для записи видео и звука. А иногда оно ведет себя странно, иногда происходят вещи, когда плохо видно, плохо слышно, и вы понимаете, что проблемы на вашей стороне и не знаете, что делать. Дальше еще сложнее, потому что необходимы какие-то программы для трансляции, то есть записали вы видео или вы научились выходить в эфир, через какую программу это сделать. Ну а коли уже вы слышите, коли вы слышите такую страшную вещь, как видеорекордер или виртуальная студия звукозаписи, то уже готовы практически упасть в обморок, ну а вебинарные комнаты скажутся совсем-совсем страшным. Я сейчас не смеюсь на самом деле, потому что я помню прекрасно свой первый вебинар, и когда я увидела в чате 60 человек, у меня было единственное желание уползти под стол и больше не вылезать вообще, чтобы меня никто не видел. Но меня уже вытащили, посадили на стол и заставили вести этот первый вебинар. Спасибо огромное моей начальнице, которая это сделала. И вот уже 3 года я в онлайн-пространстве, и за эти годы были всякие смешные и волнительные случаи, и я между делом буду рассказывать об этом уже как о своем опыте. Ну, естественно, для того, чтобы выйти на вебинар, вам нужна презентация, нужно визуально оформить вебинар, если вы делаете сами, потому что здесь вот оформление делают руководители программы, а если вы делаете свой вебинар, то вам нужно сделать хотя бы заставку для видео, чтобы она была на записи видео, на анонсе, на ссылочке. И нужна структура выступления, потому что выступление в онлайн программе, оно отличается по структуре выступления немножечко от того, что вы делали в офлайн, то есть вживую. Есть отличия, тоже я про них расскажу. Ну и, конечно, про зрителей мы с вами тоже поговорим. Вот такой у меня план, и мы сейчас начнем вот прямо по цепочке, начиная с автора и заканчивая зрителями. От первой точки вебинара, в которой идет, появляется идея, до последней точки, в которой эта идея проявляется в жизнь. Ну что, в добрый путь. Итак, автор. Классические ошибки человека, который боится выйти в онлайн и вообще выйти с какими-то своими программами. Сейчас я веду тренировочный курс для экспертов, то есть для людей, у которых есть какие-то знания, и они вроде бы хотят выйти и вести какие-то свои программы, но они жалуются на то, что я никому не интересен. То, что я хочу рассказать, никому не нужно, и это вообще детский лепет. Еще вариант: я некрасивая, я не фотогеничная, на меня на видео плохо снимают, я не умею говорить, ну и очень сложно настраивать. Вот напишите, пожалуйста, если вы уже думали о том, чтобы провести свой собственный вебинар, какой из этих пунктов вас останавливал?
Вот прямо по цифрам, допустим, 1,5 или что-то еще. 3, 4, 5, 5, 5. Очень сложно настраивать. Угу. 2, 1, 4, 5. Угу. Ну вот, очень сложно настраивать, и я не умею говорить, у нас лидирует. Угу. То, что я хочу рассказать, никому не нужно. Тоже проскальзывает у нас. И троечки тоже есть по поводу «я некрасивая». Ну, по поводу некрасивой я могу сказать, что нет некрасивых женщин, есть плохой видеооператор. Как это устранить, тоже покажу. Итак, вот все эти 5 пунктов, они решаются, собственно говоря, одним единственным словом. Это слово «мотив» и «мотивация». То есть, когда вы собираетесь создать онлайн-программу, вы думаете о том, а зачем мне это? Ну и когда вы решаете, сейчас секундочку, когда решаете, зачем мне это делать, тогда вы можете сейчас задать себе 4 волшебных вопроса. Что сейчас происходит? Во мне внутри, вокруг меня, в моем пространстве, в моем мире. Что меня не устраивает из этого? Это все к первому вопросу относится. Второе, а как должно быть? Как я хочу, чтобы было в идеале? Третий вопрос, что я лично могу для этого сделать? Четвертый вопрос, что будет, если я этого не сделаю? То есть, например, мои помыслы, когда я выходила на этот вебинар, были такие. Сейчас у нас по всей огромной стране и в мире огромное количество специалистов, которые не могут взаимодействовать со своими клиентами, со своими учениками. И с другой стороны, огромное количество людей, которые как никогда нуждаются в знаниях. Как должно быть? Должно быть, чтобы эти люди, ученики, учителя, очень быстро находили друг друга в сети. Ой, троечек-то сколько? Ничего себе, самооценка у нас. Ну, ладно, я покажу, как делать красивую прямо в эфире. Вот, второй пункт. Как должно быть? Должно быть, чтобы учителя, ученики, клиенты и специалисты очень быстро друг друга находили. Что я лично могу для этого сделать? Ну вот просто-напросто возьму, взять, преодолеть свои страхи и выйти в эфир. И что будет, если этого не сделаю? Тогда много-много людей останутся без ваших знаний на самом деле. И вот когда вы ответите себе на 4 волшебных вопроса, тогда вы можете вернуться вот к этим 5 пунктам и понять, что они перестали работать. Если у вас... Мотив выхода в онлайн отвечает на вопрос «зачем?», то есть для того, чтобы сделать жизнь людей лучше, умнее и красивее, тогда вот эти все вопросы можно уже решить. Давайте будем решать. Ну вот самое страшное – оборудование для записи. То есть то оборудование, через которое вы выходите в эфир. Когда вы начинаете листать в интернете, а в интернете об этом пишут как раз товарищи, которые оборудование продают, и вы понимаете, что есть хорошее решение. Так, звук прерывается, и слышно отрывками. Давайте еще раз звук проверим. Звук идет нормально. Так. Ага, Татьяна Викторовна, вы тогда контролируете, звук нормальный. Видимо, смотрите, поток, сигнал на вашей стороне слишком слабый, но тогда в записи даже посмотрите. Все, спасибо за плюсики, останавливаемся. Хорошо. Итак, возможно, конечно, сделать оборудование для записи уровень Бог и потратить на это до 500 000, а то и до 1 000 000, и оборудовать себе где-нибудь в подвальчике или на даче вот такую студию. И когда вы смотрите, листаете каталоги и смотрите на это оборудование для записи, то вам становится страшно. На самом деле для того, чтобы вести запись, ну вот на том уровне, на котором я сейчас выхожу, достаточно вполне себе простых предметов. Ну вот здесь уже я пошутила. Уровень Бог говорит нормально, нажимай на кнопку пуск. Что мы здесь видим? В принципе, все, что нужно. Нужно ноутбук, микрофон. Несколько ламп, чтобы сделать более-менее приличное освещение, ну и камера. Причем, если микрофон я вам посоветую выносной, то камеры достаточно будет встроенной в ноутбук. Итак, технический минимум. Проверяйте, что у вас есть, а что, чего нет.
Компьютер, ноутбук. Объем оперативной памяти – это то, на что стоит обратить внимание, потому что объем оперативной памяти желателен от 4 гигабайт. Возможно, 2 гигабайта, вот на моем ноутбуке 2 гигабайта, и я не могу выходить через некоторые программы, но опять-таки выбор достаточно большой, чтобы я была в эфире очень даже часто. Видеокамера, встроенная в ноутбук, либо веб-камера, самая обычная, микрофон или гарнитура, 2 или 3 настольные лампы, то есть микрофон лучше всего петличка, если петлички нет, тогда подойдет гарнитура, 2 или 3 настольные лампы, достаточно яркое общее освещение, то есть либо свет с улицы, если это день, либо это искусственный свет, но тоже достаточно яркий. Ну и, естественно, самое главное, что нужно, это тишина, потому что вопли ребенка или лай собачки, они очень сильно сбивают с рабочего настроя, когда идет вебинар. Вот, теперь обо всем по отдельности. Веб-камера. Сейчас я буду предлагать решения, такие самые бюджетные, но уже нормальные по качеству. Вот веб-камера фирмы Logitech. У меня стоит 110, вот через которую я сейчас общаюсь с вами. 270 будет уже хорошо. Если у вас денежки есть, тогда можно покупать фирму Logitech камеры посолиднее, там 930, но вот 110 уже дает нормальный сигнал. Разрешение видео 1280x720. Подключаются они через USB. В этих камерах есть встроенный микрофон, но его лучше не использовать, лучше настраивать на выносной микрофон. Ну и вот стоимость такой чудесной камеры около 1500 рублей, а сейчас по скидкам и того меньше. Вот, то есть это не сложно. Микрофон. Тоже, когда вы начнете выбирать микрофон, то вам будут советовать разные кардиоидные микрофоны, специальные микрофоны, самые разнообразные. Вы будете смотреть на цены и понимать, что вам никогда не получить хороший звук на записи. Давайте проведем эксперимент. Я сегодня так буду показывать немножко свое оборудование. Вот он, микрофончик, который висел сейчас на мне. Давайте попробуем, но не все разом, вот несколько человек. Давайте погадаем стоимость вот этой штучки. То есть звук у всех, в принципе, нормальный. В основном, в основной массе звук вам хорошо слышно, вам комфортно слушать. Ой, как здорово! 5500, 4000. Ну все, можно остановиться, вы все равно не отгадали. Эта штучка стоит 200 рублей. Вот, куплена буквально на углу в каком-то киоске радиотовары, ну и служит верой и правдой. Покупала я его как запасной, ну, больше всего, да, всего, Оксана Владимировна, ну, вот такое вот качество звука. Есть микрофончик у меня еще один получше, вот петличный микрофон, если вы хотите получше. Вот этот стоит в районе 1000, микрофоны семейства Боя. Они прекрасно, у них есть шумопоглотитель, вот такая вот мягкая подушечка, которая не дает слышать ваше дыхание зрителям. У нее очень длинный кабель, у него, но здесь есть одна мелочь, которая может вас подвести, там необходим элемент питания. Обычная таблеточка 44, элемент питания, она вставляется в вот эту коробочку, и когда таблеточка выдыхается, разряжается, то микрофон перестает давать звук. И это может случиться, ну, вот просто внезапно. Поэтому, если вы пользуетесь вот этим микрофоном, тогда запасные таблеточки нужно иметь, элементы питания под рукой. Фон для видеозаписи. Идеально фон светлый, с небольшими декоративными элементами. И очень хорошо, если он будет не плоский, потому что плоский фон, он уплощает всю картинку, и делает ваше лицо шире. Это так вот между нами, женщинами. Фон несет смысловую нагрузку, очень хорошо действует на какие-то неосознанные наши мысли. Ну и давайте посмотрим, какие могут быть фоны. Вот такой вот пример. Фон вроде бы неплохой, но мужчина себя позиционирует как мастер духовных практик. И вот как-то у меня лично возникает когнитивный диссонанс. Потому что за спиной большой шумный город, видно его. Здесь тоже какие-то детальки в стиле хай-тек. Ну и фон достаточно пестрый и очень сильно отвлекает от себя внимание.
Сейчас еще несколько вариантов покажу. Вот это тоже барышня, которая занимается практиками. Ну и здесь вот фон, хотя он и темный, но он достаточно удачно подчеркивает и ее направленность, и саму фигуру онлайн-тренера. Ну и здесь еще темный фон, он очень хорошо подсвечен. Как подсвечивать, тоже мы с вами поговорим. Ну и давайте сравним вот две картинки. Можете тоже написать свои комментарии. Вот у нас одна, Виктор, тренер, и вот вторая. Первая и вторая. Какая вам больше понравилась? Еще раз, вот эта вот девушка первая со светлыми волосами, а вот эта девушка вторая, рыженькая, где полигон. Вот у нас потянулись единички, немножко совсем двоек. Ну и обратите внимание, что здесь, в принципе, соблюдено все. Здесь фон не плоский, детали фона, с одной стороны, они не броские, не бросаются в глаза, не отвлекают от фигуры тренера, а с другой стороны, там есть яркие пятнышки, которые как бы не дают нам сильно заскучать. Ну, а вот здесь у нас вот как раз плоский фон, о котором я говорила, и здесь есть еще одна большая ошибка тренера. Давайте вот я вам сейчас повторю. Вы же смотрите, да, на изображение. Сейчас я эту ошибку повторю, вы скажете, что случилось. Я сделаю вот так. И начну что-нибудь рассказывать. Какие у вас ощущения возникли? Голову отрезали, да. Вас не видно и дистанция. Да, то есть, когда тренер сидит где-нибудь в уголке, то на него перестают смотреть, обращать внимание, а это тоже очень важно. Да, отстранение дистанции, сразу же она психологически действует. То, что тренер не с вами, вас не слушает, на вас не обращает внимания, ну и можно вообще пойти попить чаю с печеньками и заняться чем-нибудь своими делами. Вот, источники света. Вот это как раз третий пункт по поводу «я некрасивая». Сейчас проведем со мной еще один жесткий эксперимент, но я сначала про источники света расскажу, а потом проведу. Вот источники света, которые должны располагаться так. Вот здесь уровень достаточно хороший. Дистанция, смотрите, дистанция зависит от камеры, потому что в камере изображения разные. Общее правило, что вы должны занимать большую часть кадра, и вы не должны быть ровно посередине. Вот, то есть чуть-чуть вы должны быть сдвинуты. Вправо, либо влево, чтобы, потому что симметричность – это как раз не то, что делает кадр интересным. У меня сейчас дистанция примерно сантиметров 70 от камеры. Вот, теперь по свету. Два источника света, которые стоят под углом 45 градусов, это обязательно, даже у вас, если у вас в комнате очень и очень светло, и вы считаете, что света достаточно. Вот сейчас я покажу, что будет, если я отключу. Как раз у меня сейчас стоят две лампы по бокам. Ну и это как раз ответ на вопрос номер три. По поводу «я нехорошо смотрюсь в карте». Так, я отключаю свою лампу. Увидели, да? То есть освещение очень важно. Очень хорошо, если у вас будет третья лампа, которая будет подсвечивать фон. Вот как у этой девушки. Смотрите внимательно, у нее фон достаточно темный, но он подсвечен. Поэтому не кажется, что она вырастает прямо из стены, и мы видим, что это помещение довольно объемное. Да, темно. У меня стоят обычно две настольные лампы. Ребенок отдал, потому что уже выучил уроки. Ну и вот это идеальный вариант. Если у вас наберется 4 лампы, тогда их можно распределить вот таким образом. Две основные, два источника света под углом 45 градусов. Третий источник света подсвечивает вашу спину. Контровый свет, как называют светооператоры настоящие. А четвертый подсвечивает фон. Вот это будет вообще идеально. Но, как я уже сказала, 4 настольные лампы, самые обычные, и вы прекрасны. Пункт третий отметаем. Вот как раз картинка, которая подсказывает, как подсвечен фон. Нет, на самом деле немного. Ну,
Все это хранится в одной коробочке, лампы стаскиваются к эфиру со всех концов. Ну и за полчаса можно себе из уголка квартиры сделать студию. На самом деле это не очень сложно. Сложно будет в первый раз, а потом будет уже все хорошо. Ну что, передохнули, теперь каким образом выходить в прямой эфир? Запись-то мы сделали с камерой и микрофоном. Разобрались. Да, еще что бывает, вот как раз про веселенькие истории свои, что бывает, когда вы поленитесь подключить выносной микрофон, либо гарнитуру. Я проводила вебинар, меня очень внимательно слушали, потом кто-то осторожненько спросил, у вас там аэродром рядом? Я говорю, да вообще-то нет, аэродром достаточно далеко, у меня здесь довольно тихо. Да, сказали мне, у меня ощущение, что рядом с нами взлетают самолеты. Дело в том, что встроенный микрофон ноутбука, он собирает в себя шум, внутренний шум компьютера, то есть шум от вентилятора, шум от работающего жесткого диска, и вам он может слышен быть как легкое шуршание, а вашим слушателям примерно как взлетающий самолет. Поэтому микрофон нужно обязательно выносить. Камеры достаточно, как я уже говорила, камеры с ноутбука. Вот теперь каким образом заходить, осуществлять трансляции. Если нужно быстро, быстрые у нас случаи для трансляции тоже бывают, то есть это может быть какой-то урок, или это может быть консультация с учениками, или вам просто захотелось утром о чем-то рассказать. Вот самое простейшее – это трансляция в Инстаграм на самом деле, потому что если у вас установлен Инстаграм на телефоне, то вы можете буквально тремя жестами начать трансляцию. А как это сделать? Ну, предположим, что вы Инстаграм установили, вы переходите на главную страничку программы, выбираете кружочек «Ваша история», в верхней части там такие кружочки истории, выбираете «Ваша история», нажимаете на нее, выбираете, передвигая пальцем меню, выбираете «Начать прямой эфир», и вот вы уже в прямом эфире. Вот примерно как это выглядит. Так, сейчас я возьму указку. Вот красная указка двигается. Вот ваш профиль в Инстаграм. Моя история. Открывается вот окошечко. Вкладка «Начать прямой эфир». Нажимаете на кнопочку и прямой эфир начинается. Самое простое. Примерно такая же вещь есть в ВКонтакте, тоже об этом расскажу. Какие плюсы у Инстаграм? Ну, огромнейший плюс, что это бесплатно и быстро, то есть организовать трансляцию вы можете буквально за полминуты. Практически с любого телефона выходит, то есть технические требования небольшие. Когда вы начнете трансляцию, ваши подписчики будут извещены в начале эфира и могут присоединиться. Ну и есть чат с участниками. И точно так же вот эти эфиры, они сохраняются у вас в памяти телефона, и потом их можно извлечь, записать и повторно использовать. Какие минусы? Формат «Говорящая голова». То есть там невозможно сделать презентацию, невозможно показать еще какие-то дополнительные материалы, вы будете только говорить. Что еще не очень хорошо, трудно настроить картинку до начала эфира. И поэтому бывают разнообразные неприятные сюрпризы в виде, допустим, кота, попавшего в эфир, или что-то еще такое, некрасивая картинка, вы некрасиво себя видите. И самое главное, что здесь нет инструментов для обучения. То есть ни презентации, ни доски, ничегошеньки нет, вы просто говорите. Но, кстати, с презентацией работать гораздо удобнее, без презентации довольно-таки тяжело. Прямой эфир ВКонтакте с телефоном. Точно так же, когда вы открываете свою страничку и выбираете новое сообщение, там есть кнопочка «Начать прямой эфир». На телефон вы скачиваете программу Live ВКонтакте, и через нее вы можете точно так же за 5 секунд начать вещать в пространство. Для этого ничего особо не нужно, даже ни камеры, ни микрофона, то есть вполне себе нормальное качество получается, если вы записываете просто на телефон. Минусы те же, то есть говорящая голова, отсутствие презентации и все то же самое, картинка непредсказуемая, то есть качество съемки с камеры и качество съемки с телефона может очень сильно отличаться, ракурс может отличаться и так далее. То есть, ну, такой сюрприз.
для вас. Это для смелых. Вот здесь я просто пролистну этот слайд. Вы же скачали презентацию, и у вас будет вот этот кадр в качестве мануала. То есть вы можете по шагам настроить свой прямой эфир с компьютера и начать его вести. Прямой эфир ВКонтакте с компьютера настраивать чуть сложнее, и сложнее для того, кто загружает, и сложнее для техники, потому что здесь мало одной программы, здесь нужно еще скачать еще одну программу, как раз видеокодер, и вещать через эту программу. Если компьютер слабый, то у вас будет презентация вот эта, ой, прошу прощения, трансляция будет виснуть. Поэтому не самый удобный случай. Трансляция в YouTube. Здесь есть два вида трансляции. Есть трансляция через веб-камеру или через видеокодер. Видеокодеры буду рассказывать отдельно, а через веб-камеру мы сейчас с вами прямо по шагам посмотрим, как это сделать. Коллеги, пока понятно? Я постаралась сделать в стиле «Блондинки покоряют интернет». Да, хорошо. Для того, чтобы войти в YouTube, если непонятно, переспрашивайте, ладно, я буду сразу пояснять. Чтобы войти в YouTube, нужен аккаунт в Google, ну, я думаю, что у всех он уже есть, и аккаунт свой на YouTube. Он привязывается к аккаунту в Google. Вы можете настроить трансляцию на страницу ВКонтакте, вебинарную комнату, или вещать просто через YouTube, то есть прямую трансляцию в YouTube сделать. Очень удобно то, что автоматически записывается и сохраняется, и потом вы можете настроить доступ, и вашу работу увидят все желающие пользователи сети. Два вида, как я уже сказала. Прямая трансляция через веб-камеру достаточно легко настраивается. Она подходит для слабых ноутбуков, но вот мой ноутбук с оперативкой 2 гигабайта тянет эту трансляцию, то есть я нормально могу выходить в эфир. Можно встраивать соцсети и вебинарные комнаты. Тоже скажу как. В YouTube сейчас нет ограничений для трансляции по количеству пользователей. Там очень быстро меняются правила, поэтому у меня с нулевой комнаты, то есть с нулевым количеством пользователей, я делаю прямые трансляции абсолютно спокойно. Минусы те же, нет предпросмотра картинки и режим «говорящая голова». Но можно сделать прямую трансляцию через видеокодер, если у вас компьютер посильнее. Тогда точно так же эту трансляцию вы можете встраивать в соцсети, но вы уже можете добавлять ведущих, можете добавлять презентацию или картинку с экрана компьютера. Через слово слышно, звук зависает. Татьяна Викторовна, хорошо меня слышно? У нас очень много жалоб на зависающий звук. Угу. Хорошо, сейчас опять лучше. Но я постараюсь не трогать микрофон, может быть, в этом все дело. Буду сидеть тихонечко, как мышка. Итак, угу. Через YouTube... Прямая трансляция через видеокодер. Здесь есть минусы, потому что видеокодер достаточно сложно настроить. И трансляция через видеокодер, она ест ресурсы интернета и оперативную память очень быстро. То есть, зайдя с OBS Studio через видеокодер, вы будете зависать, и ваша трансляция будет останавливаться. Поэтому начните с прямой трансляции, и сейчас будем смотреть, как это делать. Вот вы зашли в YouTube на свою страничку. Это вот страничка. И увидели в... Сейчас указочку возьму, одну минуту. А вот она. Угу. Вот здесь вот в уголке увидели камеру и плюсик. Вот такой значок. Вы на него нажимаете, на этот значок, и открывается меню, в котором два пункта. Добавить видео, либо начать презентацию. Наш вариант – это начать презентацию. Нажимаете на эту кнопочку.
И у вас открывается вот такая страничка. Там вот за этой черной полосой уже я прячусь, потому что меня уже вот так вот видно. Вы пишете название, у меня вот слово «проба», а здесь вы пишете название своего мастер-класса. Открытый доступ вы оставляете, если хотите, чтобы вас увидели все. Если вы не хотите, чтобы вашу пробу увидели, тогда вы делаете закрытый доступ. Еще вы можете сделать доступ по ссылке, тогда вам дадут ссылочку, которую вы будете раздавать своим зрителям. Выбираете пункт «Ролик не для детей», потому что если ролик для детей, там будут ограничения. Дальше на другой, нажимаете на другие параметры. Вот здесь, вот в этом окошечке, можно загрузить свой значок. Я потом расскажу, как делать обложки для видео. Загружаете свой значок, свою обложку, и она у вас встает. И запускаете прямой эфир. Вы в эфире. Вот теперь достаточно сложный вопрос. Вы его еще не задали почему-то. Что такое видеокодер? Это специальная программа, то есть это практически виртуальная студия звукозаписи и видеозаписи, которую вы устанавливаете на свой компьютер, и уже вы вещаете на эту программу, то есть эта программа осуществляет захват звука и видео, и дальше она уже передает его туда, куда вы скажете. Передает, допустим, на YouTube-трансляцию, или передает в вебинарную комнату, или передает на страничку ВКонтакте, где вы ведете вот эту прямую трансляцию. Но самое лучшее из этих программ – это OBS Studio. Остальные тоже можно использовать, но вот OBS Studio, она более понятна, тем более нам, женщинам, ну и разобраться в ней можно. Выглядит она вот таким образом. Скачивается бесплатно, работает бесплатно, без ограничений. То есть здесь есть микшер звука, вы его настраиваете. Вот в этом окошке, нажимая на плюсик, вы добавляете источники видео. Сразу скажу, что здесь источников может быть несколько, то есть вы можете транслировать как с видеокамеры, так и с рабочего стола вашего компьютера, либо с презентации. Также может быть два ведущих, и вы можете прямо как заправский видеорежиссер переключаться от ведущего к ведущему. Это вообще уже, конечно, высший пилотаж. Ну и дальше, нажимая по очереди кнопочки, вы делаете настройки OBS Studio и уже через нее заходите в трансляцию. Каким образом она знает, куда передавать сигнал? Вот здесь вот в настройках кнопочка «Настройки», дальше вы выбираете вкладку «Трансляция». И там есть специальное окошечко для того, чтобы ввести ключ. Вы вот этот ключ берете из вебинарной комнаты или из комнаты ВКонтакте, вводите в OBS, и OBS таким образом знает, куда транслировать вот это ваше прекрасное изображение. Но здесь придется немножечко подольше повозиться с этой программой, но оно того стоит, потому что делать какие-то сложные программы, допустим, когда есть окошечко с ведущим, который что-то показывает, рассказывает, и одновременно есть большое окно, в котором тот же ведущий ручками рисует картинку, это очень здорово. Ну или ведущий рассказывает и показывает что-то на рабочем столе своего компьютера. Это тоже очень обогащает наши программы. Вот. Но теперь вебинарная платформа. То есть это сайт, который предоставляет доступ к вебинарной комнате. И если вы заходите на вебинарную платформу, тогда вам не нужно думать не про трансляцию в YouTube, не нужно думать про OBS Studio, не нужно думать про другие видеокодеры. Вы просто заходите в эту вебинарную комнату, нажимаете кнопочку с изображением камеры, как сейчас сделала я, и вот вы в эфире. А все вебинарные комнаты похожи, они предоставляют следующие услуги. То есть вебинарная комната выглядит точно так же на всех платформах, как вы видите меня сейчас. Есть окошечко для того, чтобы диктор мог выступать. Есть окошечко для презентации, которое легким движением руки переделывается
в доску, в трансляцию рабочего стола, в трансляцию видео и чего-нибудь еще. И есть чат, в котором мы с вами общаемся. Что такое вебинарная комната? Это страница, на которой проходит вебинар. То есть, еще раз, вебинарная платформа – это сайт, а сайт предоставляет вам отдельную страничку для каждого вашего вебинара. Какие могут быть вебинарные комнаты? Ну, я за 3 года попутешествовала по всем, а сейчас будет сугубо мое личное мнение, и вы можете со мной поспорить, это тоже будет очень интересно. Но я сделаю описание вебинарных комнат, в которых мне удалось за эти годы поработать, как в качестве тренера, ведущего, так и в качестве организатора своих программ. Это я уже все рассказала. Мирополис. Там, где мы с вами сейчас находимся. Да, в Мирополисе. Ну, то есть выглядит вот таким образом. Можно здесь не акцентировать внимание, потому что мы сейчас в этой программе. Мирополис достаточно сложно настраивается. Но там настройки более тонкие. То есть вы можете выбрать, кому вы показываете, по каким критериям программа запускает слушателей. Люди могут заполнить анкеты, оставить свою электронную почту, ну и огромное количество других настроек вы можете сделать. Это плюсы. Минус в том, что эти настройки иногда сбиваются, ну и не всегда мы можем понять, что происходит, потому что настройки, ну, не из самых легких. Возможностей зато тоже достаточно много, то есть здесь могут быть несколько ведущих, вот как мы с Татьяной Викторовной вместе тут сидели в 2 окошечках. Сейчас расскажу про платность. Можно показать презентацию, видео, рассылать письма участникам, вот вам тоже же такие письма приходят с напоминалочки о том, что состоится вебинар. Есть запись вебинара. Ну и можно добавить кнопочки для быстрого перехода на страницу регистрации. Это платная платформа, но у нее есть бесплатный тестовый период. Не помню по цене, не буду врать, но где-то 2-3-4 тысячи за месяц, примерно так вот. Очень хорошая платформа Bizon 365. Единственное, что у нее достаточно четкие требования к мощности компьютера, то есть она на слабом компьютере может подвиснуть. Смотрите, вебинарные комнаты все платные, честно. Но вот если вы парочку раз попробуете сделать трансляцию через YouTube, и на самом интересном месте она у вас зависнет, вы пойдете и оплатите вебинарную комнату. Вот честно вам говорю, потому что работа через YouTube-трансляцию, работа в вебинарной комнате – ну, это примерно как управлять самолетом и управлять самокатом, вот по моим ощущениям, потому что все намного проще, а когда вы работаете без техподдержки, одна в вебинарной комнате, тогда какие-то сложные настройки вас могут очень сильно сбивать. Вопрос, что делать, если настройки звука и видео слетают? Лучше, чтобы помощник помогал. Попросите кого-нибудь на первом вебинаре вас подстраховать. Даже просто, если какой-то родной и близкий человек будет по ту сторону экрана, это будет очень сильно поддерживать, даже с психологической точки зрения. Ну и да, настройки хорошо бы, чтобы другой человек страховал, потому что администратор вебинара, он делает не только настройки, потому что может быть вообще всякое, ведущего может выкинуть из комнаты, и все остальные будут возмущаться и не понимать, что делать, заходить, выходить, переходить в другую комнату. В чате, ну вот сегодня у нас чат такой достаточно благополучный, а там может начаться вообще просто практически рукопашный, тогда ведущий не знает, что делать, то ли отвлекаться на чат, то ли продолжать вести, и тогда вот администратор очень здорово помогает. Поэтому лучше, если бы кто-то был. Ну и смотрите, даже отвлекаться на то, чтобы дать ссылку в чат, у вас может быть не быть времени, и все вот это делает технический администратор. Вот сейчас Татьяна Викторовна очень здорово помогает, без нее я бы, наверное, не справилась. Да, администратор за кадром делает много, и всегда вот когда такой хороший администратор, сидеть и вести вебинар совсем не страшно. То есть я даже не сильно думаю о том, чтобы дать какую-то ссылку, ответить на какой-то вопрос. Татьяна Викторовна работает сейчас, наверное, больше меня. И спасибо вам огромное за это.
Все вебинарные платформы платные, но это оплата за качество и за простоту. Бизон 365 – это единственная из вебинарных платформ, которая транслирует через YouTube, и в этом сложность. Но там очень много хороших плюшек, и там как раз самое приятное в Бизоне 365, что там нету абонентской платы, а есть плата за входящего участника. То есть вы не переживаете, вот когда вы начинаете вести вебинары, и у вас там 3 человека на вебинаре, то вам не жалко совсем, что с вас спишут какие-то там бешеные деньги за месяц пользования. Вы знаете, что пришли 3 человека, с вас списали 6 рублей, вы провели этот вебинар. На следующий пришли 10 человек, с вас списали 20 рублей. Ну уж пришли 400 человек, ну тогда уже не жалко потратить какую-то такую существенную денежку на свою программу. В Бизоне 365 есть вебинары, есть возможность автовебинаров. Начнете вести вебинары, потом поймете, что это такое. Я пока не буду сильно загружать. Бизон 365 ваш вебинар будет анонсировать, и к вам будут заходить еще другие люди, не с вашей рекламы, допустим. Там есть очень много разных интересных инструментов, которые встроены. Это тесты, баннеры, кнопочки для переходов по ссылкам. Там есть своя собственная платежная система. Ну и тестовый период 1 месяц бесплатно, вообще без оплаты. Единственное, что на бесплатных тестовых периодах нету записи вебинара нигде. Это касается всех платформ. ProofMe. Вот если вы начнете вести вебинары, тогда вот вам туда. Во-первых, сейчас по секрету вам скажу, там и проходит акция. И 2 недели бесплатно на платном тарифе с возможностью записи. Это очень-очень приятно. Я вот в эту акцию попала. Ну и следующий период уже оплатила, потому что он того стоит. ProofMe достаточно легкая платформа. Там еще есть у нее чудесное свойство, на нее хорошо выходить с телефона, очень просто. То есть там все функции платформы с телефона сохраняются. Точно так же идет автоматическая запись вебинаров, и вы потом их просто-напросто скачиваете. Очень легкие настройки, то есть буквально заполнили 3 поля, интуитивно понятно, и вы можете выходить в эфир. Ну и трансляция идет прямо из вебинарной комнаты без всяких дополнительных технических сложностей. Так, Мирополис рассказала. Ну и теперь скажите, пожалуйста, про PowerPoint нужно рассказывать? Я думаю, что вот на эту аудиторию не стоит говорить такие вещи. Нет. Ну и хорошо, не надо. Замечательно. Я лучше альтернативный способ покажу оформление. Есть такая чудесная программа Canva. Я не дизайнер, но мне приходится, поскольку у меня очень много вебинарных программ онлайн, мне очень много приходится делать таких вот вещей оформления. Ну, например, вот это баннер для программы ВКонтакте. И таких я тоже делаю много себе ученикам. Вот это обложечка для видео, то есть я видео проводила, и для того, чтобы вот запись видео делаешь, допустим, ВКонтакте, и ВКонтакте предлагает, давай выбери кадр, который будет заглавным. Но как-то так получается, что вот на этих кадрах, которые выбирает ВКонтакте для обложки, мы корчим такие страшные рожицы. Вот выбрать просто невозможно. Поэтому там ВКонтакте есть еще одно предложение. Если тебе все не нравится, давай добавь свою обложку. И вот как раз такую обложку можно скачать, и у вас Canva несложная программа, сейчас покажу. У вас такая обложка красивенькая появится на вашей видеозаписи. Ну и вот это вот афишка для Инстаграма, для записи в Инстаграм, на которую я приглашала на вебинар. То есть разные вещи есть. Отличная Canva, простая и красивая. Да, она выглядит вот так. То есть вы нажимаете на кнопочку «Создать дизайн», и Canva услужливо вас спрашивает, что вы хотите сделать. То есть там сейчас есть баннер для Facebook, баннер для контакта, статья для контакта, статья для Instagram, обложка для видео, презентация и много-много чего еще. Кстати, в Canva можно, она бесплатная, да, Елена Юрьевна? В Canva можно сделать презентацию в таком же формате, как делает PowerPoint.
Но ее можно сделать гораздо прекраснее на самом деле, то есть там больше инструментов для того, чтобы ее красиво оформить. Ну и очень интересные тексты, вот как, допустим, здесь практики для жизни, и множество всяких разных текстов. Оформляется дизайн просто способом перетаскивания. Ну вот здесь вот рабочее окошко, вы можете добавить, вот прямо нажимаете, ой, сейчас указочку возьму, можно добавить фон. Можно добавить разные элементы, ну, допустим, квадратики, кружочки, их закрасить в разный цвет. Можно добавить разные тексты. А с телефона, да, на телефон Canva можно установить. Там единственный баг, который я заметила, вот то, что вы сделаете на телефоне, не прогружается на компьютер. То есть вы на компьютере открываете Canva, а там этого дизайна нет. Я пока не знаю, как это преодолеть. Возможно, Елена Юрьевна, возможно, я еще не дотыкала на все кнопочки. Поэтому, если вы знаете способ, напишите нам, пожалуйста, в чат. Нет предела совершенству, я тоже учусь на ходу. Да, сохраненные дизайны. Вот, вы можете добавить фон, и вы можете загрузить всяческие фотографии. Ну вот, допустим, для того, чтобы сделать такую обложечку для видео я использовала свою собственную фотографию, которая мне более-менее нравится. Загрузила ее, загрузила красивую картинку, которая стала фоном, ну и использовала несколько разных текстов. Очень удобно, что когда вы начинаете выбирать цвет для букв, для текста, то Canva вам предлагает цвета, которые подходят по цвету вот этой общей картинки. То есть она просто выбирает цвета с фотографии, несколько штук, штук 5, и вам предлагают, что вот можешь сделать текст вот таким вот, такой вот красотой. Ну и все вместе получается достаточно гармонично. Гораздо проще, я люблю и дизайнерские программы, но это очень долго, а когда нужно за день сделать 2 баннера, допустим, 4 обложки для видео и 2 статьи, то просто-напросто не пойдешь в Photoshop, потому что там можно просидеть остаток ночи и забыть поспать. Забудешь поспать, появятся темные круги под глазами, ну и никакие лампы уже не спасут. А теперь по структуре выступления. Особенности работы с аудиторией на вебинаре. Есть свои особенности, сейчас я вам их продемонстрирую. Вот тоже смотрите внимательно на экран, я делаю ошибку, сейчас буду делать ошибку, которую делают все начинающие дикторы, которые на вебинар приходят. Так, вот она. Ну что, здравствуйте, дорогие товарищи. Что я сделала? Ага, ой, смотрите, мы когда разговариваем с обычным живым человеком в обычной жизни, мы привыкли смотреть в лицо. Это настолько привычно, что уже делается на автомате, на автопилоте. Макушку показали. Нет, я посмотрела на свое лицо на видео, то есть я полюбовалась с собой на видео. Потому что вот в этом окошечке программы это единственный шевелящийся объект. А наш мозг автоматически настраивается так, чтобы смотреть в лицо собеседнику. И очень часто начинающие дикторы смотрят на самого себя. А смотреть нужно в глазок камеры. Там всегда светит лампочка, зелененькая или красненькая. Ну и нужно натренировать себя, как собачку Павлова, смотреть вот на этот фонарик. Через 2-3 вебинара вполне себе уже получается. И как-то получается одним глазом вот таким образом смотреть на чат и все-таки направлять свой взгляд на камеру. Ага, ну любоваться собой не приходится. Остается надеяться, что я такая прекрасная, и вы меня выдержите. Вот, это первое. Это на самом деле трудно. Никто об этом не говорит, потому что профи об этом забывают через 10 вебинаров, но я психолог, я помню. Чат нужно организовывать на работу, но вот сегодняшний чат, он достаточно заинтересованный, бывает, что чат просто засыпает, то есть рассказываешь себе, рассказываешь, а там тишина. Ну и организовывать можно по-разному. Ну, допустим, самое простое, попросить поставить плюсик, попросить написать свое мнение, если вы согласны цифра 1, если не согласны цифра 2, а напишите чего-нибудь еще.
Ну и таким образом народ подбадривать, чтобы он не убегал далеко к своим духовкам-конфоркам и оставался с нами в рабочем состоянии. Есть еще такая вещь, особенно сильно в бизоне, если вы через бизон будете работать, как задержка вещания. Задержка вещания, ну вот смотрите, кто-то у нас пришел и сказал добрый день, то есть кто-то зашел вот сейчас только и поставил плюсики, потому что для этого человека, скорее всего, сейчас в ее реальности прозвучал вопрос: давайте проверим качество звука. Вот оно у нас появилось. Наталья Владимировна, прошу прощения, что привела вас в пример. То есть бывает такая ситуация, что вы задаете вопрос, а в чате тишина. Вы немножечко смущаетесь, думаете, что на вопрос никто не ответил, продолжаете свое выступление дальше, и через минуту вам начинают приходить ответы. Вот на это тоже обращайте внимание. То есть вы задаете вопрос, и примерно полминутки вы забиваете эфир чем-нибудь еще. То есть дополнение к вопросу, что-то еще. И таким образом начинают приходить ответы, вы не прекращаете свое повествование и читаете ответ на вопрос, начинаете общаться с людьми. То есть вот эта задержка не должна вас пугать. Следующее, что очень важно в особенностях. Вот сейчас я на минуточку, нет, ну даже на 10 секунд, перейду на обычную речь, как если бы я общалась не с огоньком видеокамеры, а с живым собеседником. Я бы тогда говорила вот так. Ну, то есть это нормальный такой разговор, который происходит между двумя людьми. Почувствовали, да, разницу? То есть, как только вы садитесь в камеру, вы включаете режим подмостков и начинаете вещать так, как будто бы вы на сцене, ну и перед вами полный зал. Вот сейчас как раз у меня здесь полный зал. У вас есть записи, как вы отводите взгляд на текст? У меня нет записи, у меня презентация, зеленый огонек и две лампы по бокам. Все, никакие записи. Вот, то есть ваша речь должна быть приподнятой. Обычная речь, если вы начнете разговаривать так, как разговариваете в жизни, ваш чат уснет или пойдет пить чай на балкончик. Поэтому на это тоже обращайте внимание. Ну и совет от психолога: убираем эффект выгорания. Потому что кто вел вебинары самостоятельно, напишите, как вы себя чувствуете после вебинара. Вот вы отработали час или два, у меня двухчасовые бывают. Как вы себя чувствуете? То есть камеру отключили, микрофон отключили, себя поснимали все проводочки, и что? Никто не вел? Никак. Вот никак это слово, пожалуй, самое применимое. То есть, кто читал Гарри Поттера, такое ощущение, что над вами потрудился дементор и вынул из вас душу. То есть это достаточно сложно. Эффект выгорания убираем одной очень простой вещью, прошу прощения, но эта вещь будет на границе психологии, парапсихологии. Просто когда вы ведете вебинар, когда вы садитесь в камеру, вы упираете свои ноги в пол и говорите одну прекрасную вещь: я не бог, я проводник. И дальше начинаете спокойно работать. Но и после вебинара вы даете себе примерно час на то, чтобы ничего не делать. То есть просто посидеть, полежать, принять душ. Ну и держите перед собой водичку, потому что горло устает за часовой вебинар, за двухчасовой вебинар просто очень сильно устает горло, и необходимо иногда попить. Если вы видите, что вас просто вышибает, тогда можно просто извиниться, отключить вещание, походить немножко и вернуться в эфир. Тоже ничего страшного. Это не так страшно, как выжатый тренер. Ну, это вот психологические штучки. Ну и теперь структура выступления. Как вы выстраиваете выступление? Обязательно оргмомент, проверка связи. И оргмомент – это не только проверка связи, но это настройка. То есть для того, чтобы люди отвлеклись от повседневности и настроились на вас. Что еще можно спросить? Из какого вы города? Какой запрос на сегодняшний вебинар? Что вы уже знаете, что не знаете, какой опыт? И вот буквально за 5 минут ваша аудитория включается в работу. Дальше вы концентрируете внимание слушателей еще несколькими вопросами.
Рассказ о себе очень краткий. Но у меня сейчас структура не такая, потому что у меня вебинар не продающий, я ничего продавать не буду, просто делюсь знаниями. Но если у вас продающий вебинар, тогда вы рассказываете о себе. Мотив создания программы, то есть для чего, зачем вы вышли на связь и что вы хотите дать людям. Основная часть. Дальше, если вам нужно что-то еще допродать, то вы приглашаете к следующему шагу. И после этого какой-нибудь приятный бонус. Для того, чтобы люди вышли с этого вебинара счастливые, довольные, вас запомнили, как всегда, как говорил Штирлиц, запоминают последние слова, и приходили к вам еще, либо вы купили какую-то вашу платную программу для того, чтобы продолжать образование. Ой, чего-то сделала, и у меня вернулась. Ну вот, ну и на этом все. Я желаю вам здоровья и процветания. Если чего-то непонятно, то можете написать в WhatsApp. Можно перейти на мою страничку, потому что там тоже много чего интересного и бесплатного есть. Я благодарю вас за то, что вы были. Татьяна Викторовна, благодарю за поддержку. Пожалуйста, продолжайте в любых условиях, продолжайте смотреть вперед, смотреть за горизонт. Туда, где все закончится, а вы будете умная, образованная и с новыми знаниями. Здоровья и счастья вам. Ну и